Они поют песни, трудятся на кухне и вяжут носки. В Ульяновске появилось движение женщин «Боевые матрешки». Так прозвали дам почтенного возраста в народе. Каждый день активистки заботятся о русских военных. И в этот раз к отправке за ленточку готовится посылка от любящих мам и бабушек. Тыл же всегда фронту помогал. Всегда, в любое время, в трудную минуту. Люди продавали дома, отдавали их, продавали, чтобы купить самолеты, танки. Свои избы разбирали, чтобы делать мосты, чтобы по ним шли. А мы чем хуже? Мы малость делаем, какой-то малость. И когда это все делаем, мы вкладываем тепло, душу материнскую. Как вот крылья бы обнять их там, вот чтобы им было легко. Каждый день по паре теплых носков, связанные с любовью. Скоро они отправятся к нашим ребятам. Рукодельницы спешат обеспечить всех защитников, ведь холода уже наступили. Пряжу приносят дети и внуки, а также активисты благотворительных организаций. Эти женщины ведут активную деятельность в группе «Мама Юля». Напомним, ее организовала Юлия Куценко. Жительница Ульяновска объединила неравнодушных россиян и первой начала сушить супы для военных. Потому что они мне по духу, прям вот я с ними совпадаю по всем пунктам. Я живу в Кендяковке, но с ними вместе вот сейчас своих там организуем, то же самое все собираем, но я вяжу вот носки. Много носков отправили этот раз. Вот я где-то я вот одна навязала, наверное, пар 20. А Валентина Платонова нашла приданное своей мамы – расшитые льняные рушники и скатерти. Теперь эти трогательные домотканые изделия поедут к бойцам. Натуральный материал идеально подошел для изготовления наволочек, простыней и полотенец. А Татьяна Бладко 40 лет отработала поваром. Теперь на пенсии она мастерски шинкует капусту для сухих щей и борщей. Ездим и закупаем. Вот. Сыном тут сын помогает. Он больше как-то начал этим заниматься, волонтерством. И дочь, и сын, и они нас втянули в это все. Ну, вот. Но мы в свое время уже втянули вот подружек. Боевые подруги уже складывают посылку с гостинцами. Скоро теплые носки, свежие простыни, наволочки и пушистые полотенца поедут в Луганский госпиталь. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.